мы в настоящий момент ожидаем рассмотрения дела в городе Москва, в Тверском районном суде, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По нашим данным, это должно происходить вот уже в настоящее время. Дело в том, что следствие 19 числа, то есть вчера, уведомило меня в качестве адвоката и супругу Павла Абрамовича о том, что непосредственно само судебное заседание по его заключению под стражу будет происходить 21 числа, 21 ноября. Но вот я так понимаю, что в связи с нашей пресс-конференцией в 10 часов утра, вчера в 9 часов вечера, когда я прилетел в Казань, мне уже позвонили, сказали, что сегодня в 9 часов утра его уже должны повести в суд. Мы расцениваем это как желание максимально быстро человека, скажем, юридическим языком, посадить за решетку для того, чтобы исключить какие-либо комментарии, в том числе с его стороны, по этому поводу. Мы полагаем, что все это очень похоже на какую-либо провокацию со стороны правоохранительных органов. Я не могу комментировать политическую, конкурентную подоплеку во всех этих мероприятиях, которые проводятся следственными органами, потому что возбуждено уголовное дело, оно будет расследоваться. Мы предоставим все исчерпывающие доказательства своей невиновности, потому что мы их вообще уже предоставляли. Ранее Павел Абрамович участвовал в следственных мероприятиях по одному из эпизодов вот того дела, которое сейчас расследуется. Были даны все исчерпывающие показания. И исходя даже только из этих показаний, было понятно, что его причастность какая-либо отсутствует.